Когда в Турцию снова? Скоро, надеюсь. Надеюсь, что скоро. Давно вас не видно в эфире. Ну так я сегодня был вроде, мне так казалось. Привет. Миша, красавчик, не стареешь, не меняешься. Да прям уж. Может еще штаны снять вместе с очками. Можно очки не снимать. И, конечно, можно. Конечно же, можно. Ну, что еще-то? Тишина сегодня. Просто какая-то тишина. Архип, хоть ты что-нибудь скажи. Андрейка. Привет, привет, уже привет, 100 раз. Забухаем когда хоть? Если только в субботу. Кого там надо разблокировать, я не пойму. А самое главное, для чего? Забухаем. Конечно, Андрюха. Так точно. Ну, если честно, скорее всего, завтра это сделаю. Поэтому на субботу я уже буду отдыхать. Yeah.
зайдем в блог случайно. Все, кто в блоге, друзья, они там оказываются не случайно, поэтому никого доставать я не хочу. Миша, ответь, девушка есть. Привет, Белоруссия. Начинается. Ну что начинается-то? Расскажи, как тебе в новом амплуа адвоката? Много дел выиграл, какими делами занимаешься? Гражданскими или уголовными? Ну, друзья, у нас, мне кажется, в России нет ни одного человека, кто много дел выиграл. Можно сосчитать по пальцам, кто хоть выиграл хоть одно дело, если уголовки касается. По гражданским, конечно, проще. Куда едешь? Погодка как? Погодка супер. Можно снять блог. Да ничего нельзя. Давно не видно вашего сына. Ну, сын вырос, у него уже теперь другие заботы, поэтому уже петь перестал. Танцевать тоже. Вот и не видно. Ты забыл, как нам хорошо бывает вместе. Такое нельзя забыть, Андрей. Такого не забудешь. Ты с Романом общаешься, твоим бывшим другом сейчас тоже адвокат. Но он сейчас временно отсутствует, друзья. Он переехал жить в другую страну, поэтому я перестал общаться. Петь перестал. Пить начал. Ну, пить, слава богу, еще не начал. Ну, Андрей. Ну, Андрюха. Все, осталось три человека. Три человека. Так, ты там сейчас поерничаешь мне. Пробка опять. Опять пробка. Когда в Дюшесе будешь? Светы, Светы, 23. Ну, когда-то буду, я чувствую. 39. Баба Ягодка опять. Почему про личную жизнь ничего не рассказываешь? Ну, потому что, наверное, просто рассказать нечего, друзья, про личную жизнь-то. Если было бы что рассказать, мне кажется, вы бы увидели меня тогда. Потому что личная жизнь. Да потому что нет ее, потому что ее нет. Поэтому и ничего не рассказываю. Миша, ты молодец. Так держать. На то она и личная, ёпти. Со страховой решил по БМВ сгоревший. На что мне решать со страховой, если она не была застрахована, я не пойму. Ну, удачи и терпения. Удачи и терпения. Прошу. Но
если сказать нечего, давайте говорите, как я сегодня выгляжу. Хорошо или плохо, как всегда. Давайте с этого начнем. На «Жигулях». Только честно говорите. Без прикрас и приукрас. Супер. Хорош, как всегда. Вот, хорош, как всегда. Мне нравится. Лена, АА-777. Это что значит? АА-777. Красавчик, всегда одинаково выглядишь, хорошо. И сам это знаешь. Как обычно, на свои 40. Ах ты, сучка. Все, в блок сразу. Сразу в блок. А самый красивый. Григоренко, мисс ААА 077 007. Видишь, там есть мисс ААА 777. Конкурентка твоя, кстати. Девочки, хватит его хвалить. Хватит. Елена, ногти какая-то просится. Елена, ногти нам не нужны пока еще. Обойдемся без ногтей. Григоренко, ты что там подглядываешь в тихорца, а? Кто тебе разрешил? Разрешил. Короче, зависло я такое. Что ли? Михаил, как погода? Погода супер, друзья. Я же уже сказал, погода отличная. Ну вот серьезно, конкурентка. Конкуренточка. Да, привет из Казахстана. Вы кайфовы. Да давайте, уроды, блин. Ничего надо сделать, блин, чтобы вы проехали. Михаил, как всегда, на высоте. Удачи. Удачи вам, Михаил. Спасибо. Просто вот чувствую, прям было сказано от души. От души. Куда едешь? Еду, друзья, навстречу. Навстречу по делам. Навстречу. По встречке. На встречку. По встречке. Вот смотрите, друзья. У вас здесь 30 человек. Вот скажите мне, пожалуйста, у кого какой самый любимый исполнитель? Давайте. Ну, либо же группа, либо же там певица, певец, как вы это называете. Мне просто интересно, хочу что-нибудь послушать. Давайте. Время пошло. Время пошло. Не зевай, теперь я зеваю. Бузова. Ну, Бузова. Я даже не могу ничего сказать. Мой кумир — это
вы. Вот это вот правильно. Только я не пою, к сожалению. Или к счастью. Лорак, Лобода Гагарина. А чё, мужиков не слушаешь, что ли? Стасик. Так, группу я даже не знаю. Стромой. Леонтьев Валерий. Ничего себе. Рамштайн. Ничего себе. Вот это у меня тут, блин, фанаты. Нетрадиционной музыки, я бы сказал. Привет из Воронежа. Воронеж. Догонишь, да? Нет, не слушаю. Чё вас, мужиков, слушать? Только ваш голос заставляет биться чаще сердце. Или только ваш голос заставляет биться сердце чаще. Многообразие. Немецкая рок-группа. Рэп в основном. Ксюху поздравил с днюхой. С какого я перепуга должен ее поздравлять? Вот что это было бы? Она меня вот не поздравляла. Вы у нее спросите, вы поздравили Михаила Евгеньевича с днем рождения? То есть она меня не поздравляет, а я должен ее поздравлять, что ли, с какого-то перепуга? Вы че хоть? Друзья. Папсу не очень. О, она скажет, кто это скрыли, потому что Зарина тоже Закавказье, я чувствую. Закавказская солидарность пошла. Нам это не нужно. Да, Фатика. Фатика тоже, что ли? Закавказская солидарность. Михаил Евгеньевич, спойте. А ну что спеть-то? Я могу только петь. Господа офицеры, по натянутым нервам. Ой, бля. Сейчас бы допелся он в жопу машине. И аккордами веры эту песню пою тем, кто, бросив карьеру, живота не жалея, свою грудь подставляет за Россию свою. Тем, кто выжил в Афгане, свою честь не изгадил, кто карьеры не делал от солдатской крови. Короче, не умею я петь. Фыкарно, просто фыкарно пою, да? Ну, хорошо. Кстати, мне сейчас позвонили из суперпередачи, называется «На самом деле». Моя подруга, она там шеф-редактор, говорит: Михаил Евгеньевич, давайте завтра, пожалуйста, придите к нам на передачу. Я уж было подумал, ну, может быть, и приду. Но, во-первых, у меня завтра собрание у сына родительское в 6 часов. А во-вторых, какая там будет тема?
Глеб Жемчугов и Ольга Ветер. Я говорю, а я какое отношение имею? Короче, там я так понял, что уже ребенок там отцовство будет ДНК делать. Опять ребенок не Глеба или Глеба. Ну, вот все из этой серии. Так что ждите, теперь скоро будет просто блокбастер. Будет блокбастер на Первом канале. Откуда такое высокомерие? Откуда такое вобред? Как всегда, один сценарий. Ну, как всегда. Ничего хорошего там не будет. Но иногда надо появляться, чтобы вы хотя бы не забывали меня. Хотя бы. Потому что уже все, прошла былая слава. Никто не помнит, никому я не нужен. Как всегда. Сегодня утром, кстати, получил смс, рассылку от, как ее зовут, Эвелина Блёданс. Просила сделать фотографию в разных носках и выставить, я так понял, в Инстаграм. Она поддерживает там этого сына своего, ну, он у нее синдром, у нее какой-то даун, по-моему, да. Но я как-то что-то не понимаю, для чего мне это, если честно. Что так редко в эфир выходишь? Ну, потому что когда делать нечего, выхожу. Сын в итоге окажется не Глеба. Похудели, вас совсем не кормят. Вот кто-то забыл меня уже кормить, я чувствую. Михаил Евгеньевич, покажите глазки. Да, еще что сделать? Еще что сделать? Передачи все по одному сценарию, просто все. Неугомонно защищаешь Михаила. А ты надеешься, он сейчас что сделает? Он сейчас вернет и поедет к тебе на свидание. Конечно. Я уже еду на свидание. Кто хоть защищает-то, не пойму. Кто меня там защитил-то? Я что-то пропустил все это. А я все пропустил. Девушка, вы неадекватны. Вы неадекватны. Сами мечтайте. А я вообще с Казахстана. Просто хороший мужчина. Вам удачи. Вот. Молодец, хорошо ответила. Значит, вы перегрелись в своем Казахстане. Страшная какая-то. На свидание еду. Еду на свидание. До свидания. Хороший мужчина не живет один на протяжении долгого времени. Вот это факт. Это факт, друзья. Вот точно. Я смеюсь. Молодец. А я зеваю.
хорошо для кино. Что это значит? Вопросы закончились. Совершенно верно. Согласны, снимитесь в кино. Я должен что, купить себе кинокамеру и снять сам себя, что ли? Отучиться на режиссера. Смешно. Вы хороший отец. Что я показываю в Инстаграме, естественно, все в Инстаграме показывают, какие они хорошие. И у вас складывается впечатление по Инстаграму, какой я хороший или я плохой. А на самом деле вы уж не знаете. Может, я так приехал, сфоткался и все. И помчал дальше. Ой, да ладно, не скромничайте. Да не буду скромничать, хорошо. Женщины у вас тут хотят вам, я смотрю, очень понравиться. Ну, естественно, естественно. Но женщины же не знают, кто ко мне приезжает и убирается дома, правильно? О, прикол. О, прикол. Приколь. Вот так вот выглядит дорога. Круто. Еще тут фура. Очень неприятно ехать так. Куда пропадаешь? Да я вроде никуда не пропадаю. Куда я пропал? Вечер добрый. Вечер добрый. Михаил, когда планируете в отпуск? И куда? Ну, думаю, на майские куда-нибудь смотаться. Вот опять Миша появился. Не Миша, а Михаил Евгеньевич. Что за пафосный голосок? Что за пафос? А что за тупица? С Чулкова. Но кто там подглядывает за мной и молчит, признавайтесь. Как бороться с беспределом пристава? Ну, я могу вам подсказать, что приставы очень любят деньги. Борьба должна происходить с приставами через деньги.
платить по счетам, платить по долгам, и все будет. Все будет хорошо. Фу, такой неинтересный и невоспитанный. А ты только узнала, что ли, а? Эх ты, дуреха. Вечер мне написал Курбан. Курбан, только не тот. Говорят, а, ну да. 10 лет дали чуваку. Труба. Андрей Труба. Прикольно. Привет. Вот правильно, скажите, а что ты торчишь на странице у невоспитанного и неинтересного? И надо было еще написать «сучка» в конце. Здравствуйте. Почему в Москву не переезжаешь жить? Ну, потому что не хочу. Я там никого не знаю. Привет. Написал, что написал? Написал. Когда машину поменяешь? Ах, зачем? Зачем менять машину? Чтобы понтоваться. И так говорят, что я слишком сильно понтуюсь. Куда еще больше. Зато вас все знают. Зато меня все знают. И что это дает? Не пойму. Ощущение эйфории. Ты же любишь BMW. Ну вот, все мои BMW, последнюю, предпоследнюю BMW у меня угнали, последнюю сожгли. Как-то у меня не складывается с BMW. Поэтому остановлюсь на Nissan. Пока что. Понты даже сейчас. Даже сейчас понты, друзья. Представляете, если в крутой тачке буду ехать. Это же вообще будет просто вот так вот. Только вот так вот буду разговаривать. Бери Вольво. Признаюсь честно, раньше опять начинается. Привет, Ленчик. А все бабы, Миша, только бабы могу. Салам. Что, что-то я... А это, наверное, в Раменском было про BMW. Что в Раменском было про BMW? Не пойму. Угораю. Зачем люди тут торчат, если человек бесит? Как тебе Лада Веста? Лада Веста? Ну, я не ездил, если честно. Если честно. Мишка. Миша, точнее. Какие у тебя глаза цвета? У меня глаза цветом виски. Совет дня. Я должен дать совет дня. Будьте добрее, друзья. Будьте добрее. Ну. А
я из Новгорода, давай дружить. Ну давай, конечно, подружимся. Конечно, мы подружимся. Последнюю BMW, которую сожгли, так могут сделать только бабы. Ну, сделайте вы вот тогда, видите, как меня бабы ненавидят. Значит, бабы, бабы. Кто такую песню поет? Бабы, бабы. Бабы, бабы. Причем в раме. Баба из рамы, значит, была. Бабы, бабы. Конечно же, любит. Конечно же. Кого еще-то ей любить? Больше ж некого. Господя, а не господи. Господя, что вы дергаете? Вот так надо. Как, сынок, как учёба? Нормально, учится, готовится к параду на 9 мая. Марширует, ездит в Алабино. Короче, там у них происходит обучение. Обучение. Бабы, бабы. Сказать-то нечего, только отвечать можешь, а самому что-то интересное рассказать. А самому рассказать-то нечего, потому что пустой внутри, внутри пустой, просто как барабан. А он там живет в казарме или домой приезжает? Конечно, в казарме живет. Куда едем? Куда? К тёлкам. Едем к тёлкам, друзья. Кому ещё-то? К тёлькам. Тёлька. На уме только одни тёльки. Тёльки. И бабы, бабы. А сейчас я еду на гужевой повозке. На гужевой повозке, точнее. Гужевая повозка. Тёлька, съезжай на МКАД. Уже, друзья. Блин, тут мою любимую дыру
заделали. Может быть, ее уже разделали. Когда свадьба? Какое? Какое женское имя нравится? Мне нравится. Да вообще без разницы. От имени ничего не зависит, друзья. Совершенно. Это я точно могу сказать.